Доклад мой называется «Об этнографических подтекстах». Я имею в виду вот что. Прочту формулировку. Доклад представляет собой попытку определить особый тип подтекстов или определенный круг источников литературных текстов, а именно этнографические или антропологические материалы как подтекст. Часть того, что я буду рассказывать, напечатана, и статья в сборнике к 90-летию Бориса Федоровича Егорова, я назвал ее «Литература и этнография», говорив, что для понимания этой фразы, этого названия, ее нужно соотнести с привычной формулой «литература и фольклор». Значит, вот это противопоставление начинается со знаменитой статьи Богатырева и Кобзона, но на более, так сказать, более четко это сформулировано в названии. Статья была написана по-немецки. Кстати, существует ее русский оригинал, как известно, его нашла и упоминает Бахтина в книге о братьях Соколовых. Он должен был быть напечатан в художественном фольклоре, но тут, значит, сам художественный фольклор закрылся. И, значит, так что в итоге она была напечатана по-немецки, а по-русски были напечатаны короткие тезисы под названием «К проблеме размежевания литературоведения и фольклористики». В чисто генетическом аспекте, хотя этот генетический аспект присутствует и в работах Богатырева и Кобзона, так сказать, вот четкая формулировка литературы и фольклор в советской науке – это, вероятно, название книги Марка Константиновича Азадовского 1937 года, целиком посвященная именно этому генетическому соотношению литературных и фольклорных текстов. Так вот, я попытался в эту формулу вместо фольклора подставить, так сказать, этнографию. Когда-то мы с Альбертом Кашфуловичем Байбуриным, к сожалению, не приехавшим сюда, в работе, посвященной соотношению фольклорных и этнографических фактов, определили для простоты, что фольклор – это все, что выражено словесно, а этнография – это все остальное, то есть все, что выражено несловесно, любым образом. Сюда, это, может быть, стоит специально говорить, сюда в сущности попадает и план содержания фольклора. То есть, так сказать, поверья, как некоторые чисто смысловые факты, да, не их словесное выражение, а, так сказать, то, что рассказывается, может, так сказать, попасть сюда же. Значит, ну, я... Понятно, что тут этот вопрос о словесном-несловесном, так сказать, будет все время так или иначе вмешиваться, потому что, в отличие от фольклора, который, так сказать, ну, письменный автор, может знать непосредственно, он слышит песни, частушки, пословицы. Этнографическая реальность, как правило, писателю, ну, там, для разных веков по-разному, но в значительной мере она не дана непосредственно, так сказать, не представлена для восприятия в чистом виде, и поэтому возникает текст-посредник, этнографическое описание. Вопрос о том, насколько, так сказать, значимо обратное влияние, да, насколько превращение куска реальности в подтекст литературного произведения
то есть его вербализация в литературном произведении, ретроспективно текстуализирует саму эту реальность. Ну, отчасти этот вопрос я пытался рассмотреть в работе «Город как подтекст». Это было напечатано в сборнике к 70-летию Владимира Николаевича Топорова. Ну вот, в середине 70-х годов я написал заметку, в которой возводил строчку блока «Темный морок цыганских песен» книги Сахарова «Сказания русского народа», «Русское народное чернокнижие». И я тогда понимал это как сопоставление двух словесных текстов. Вот текст блока, вот текст Сахарова. Но вообще говоря, можно было бы говорить не о цитировании Сахарова, а о цитировании некоторого представления о мороке, о морочине, и представить этот текст не, подтекст не как фольклорный, а как этнографический. То есть, вообще говоря, фольклорным он ни в каком случае не был, если даже рассматривать это сопоставление в рамках чисто словесных, то это цитирование не фольклора, а фольклористики. Что, в общем, ну, как-то должно различаться в теории. Значит, так как мне. Значит, это стихи Иннокентия Федоровича Анинского. Ну, как бы их ну, бытовая основа, та картинка, которую, значит, которая здесь описана, достаточно очевидна. Однако у меня есть подозрение, что есть еще один. Вот. Это выписка из «Поэтических воззрений славян на природу». Значит, вот этот эпизод с бросанием куклы в воду, нужно помнить, напомнить, что первая печатная работа Иннокентия Анинского была посвящена языку былин, и, так сказать, знакомство с книгой Афанасьева не может быть поставлено под сомнение. Но, кроме того, так сказать, филолог Анинский мог осознавать и то, что имя Марена, которое фигурирует в афанасьевском фрагменте, связано с темой смерти. Тогда именно это обстоятельство могло бы объяснить вот этот финал, последнюю строфу. Такой процесс вербализации, так сказать, ориентации на словесное описание, на этнографические книги, может быть не обязателен для тех случаев, которые ну, обычно, так сказать, проводятся по линии ну, юнгианской. То есть тех случаях, где нам трудно понять, откуда, собственно говоря, автор мог бы такие этнографические факты узнать. Когда-то, довольно много лет назад, мы с Игорем Павловичем Смирновым писали статью «Ритуал» для краткой литературной энциклопедии, и он тогда предложил трактовку, которую я, кажется, не встречал больше. Рассказ Хемингуэя «Индейский поселок» «Indian Camp» 1924 года он связал с темой кувады. Сейчас я скажу об этом подробнее. Но, значит, вот выписка из финале рассказа. Значит, там герой Ник Адамс помогает отцу принимать роды, вернее, делать кесарево сечение. И когда все благополучно завершается, то оказывается, что муж роженицы покончил с собой. Значит, я не вспомнил об этом примере, когда писал статью «Кувада» для русского гуманитарно-энциклопедического словаря.
и там ограничился примерами чисто этнографическими. Кувада – это, ну вот, значит, не буду читать, просто напомню, что это имитация мужчиной, мужем обычно, значит, родовых мук во время родов жены. И в частности, вот пример, который меня интересует, это, значит, обряд, записанный в Еленском уезде Смоленской губернии, значит, к половым органам мужа привязывается нитка, и когда роженица стонет, то повитуха дергает за нитку, заставляя стонать и мужа. Значит, похожий пример я нашел в довольно позднем источнике XX века. Эпизод любопытный. Я нашел его в рассказе Конан Дойля, перевел сам, имея в виду именно, так сказать, использовать его таким образом. Потом через некоторое время нашел опубликованный русский перевод 20-х годов, но привожу свой перевод как более точный. И благодарю Александра Алексеевича Долинина, с которым мы обсуждали этот перевод. Значит, ну вот из этнографических параллелей, едва ли знакомых Конан Дойлю, запись Марко Поло, я уже сейчас не записано, в какой именно части своего путешествия он это записал, значит, муж лежит в постели 40 дней после родов. Делается это потому, цитата, что жена, говорят они, истомилась с ребенком в чреве, поэтому несправедливо ей мучиться еще 40 дней. Значит, ну вот пример, как и многие такие примеры, скорее анекдотический, чем интересный, но в принципе, он как раз относится к классу, ну, архетипических примеров, в том смысле, это субъективно уверен, что когда фольклорист или мифолог говорит, или этнограф говорит об архетипе, он абсолютно не помнит о той психологической подоплёке, которую вкладывал в это слово Юнг, что для него это просто некий архетип, это то, что передается без видимого материального носителя. Теперь пример более очевидный. Это строчка из пьесы Введенского «Куприянова и Наташа». «Смотри-ка, вот я обнажилась до конца, и вот что получилось. Сплошное продолжение лица, я вся как будто в бане». Значит, я думаю, что так сказать, большинству понятно, что цитируется очень известный этнографический анекдот, который существует во множестве вариантов. Сказать, далеко не только у этнографов. Собственно, даже, прямо говоря, у этнографов как раз мне его найти, в общем, не удалось. Ну вот один пример. Значительную часть этих примеров мне подсказал Илья Владимирович Утихин, который занимался, у него была работа о коже в фольклорных представлениях, в фольклорных представлениях в человеческом теле и в частности. Значит, он разбирал вот этот мотив. Значит, вот пример из Монтэня. Вообще интересно, что
в большинстве текстов речь идет не о наготе как, так сказать, чем-то постыдном, а о холоде. Это пример из Максимилиана Волошина. Первая статья не могла быть Введенскому известна, вторая могла быть. Это, собственно, как бы один и тот же анекдот. Ну вот, значит, ссылка на Дарвина фиктивная. Откуда он реально ее взял? Почти все прочие источники, которые тут названы, они возможны. Древнейший из них – это Элиан. Тоже речь идет о холоде. Теоретизирующий вариант у Джона Локка. И, наконец, пример как бы ниоткуда, потому что автор не ссылается ни на какой конкретный источник. Но он просто цитирует это в своей знаменитой статье «Linguistics and Poetics». К этому, так сказать, тут интересно вот что. По рассказу устному самого Романовича, переданному мне Омри Раненом, хозяйка, Ранен настаивал на сохранении анонимности, хозяйка московского авангардного салона принимала гостей обнаженная и мотивировала это вот этими словами: «У меня везде лицо». Значит, это означает, по-видимому, что в каких-то футуристических авангардных кругах этот сюжет тоже ходил, и, так сказать, ну вот, возможно, что это самый правдоподобный путь к Введенскому. Мне кажется, что живописным аналогом этого сюжета, может быть, нужно считать картину Магрита «Виоль», где это женский портрет, плечевой портрет, но вместо лица изображен торс женщины. То есть, так сказать, вполне можно понять эту картину как, так сказать, ну, такое живописное развертывание вот того же анекдота. Ну и, наконец, я даже не знаю, как обозначить то, что я сейчас хочу попробовать описать или процитировать, такой вот некоторый парасловесный уровень цитирования. Я имею в виду вот что. Так сказать, нельзя ли приписать этнографический смысл, этнический смысл тому факту, что у Мандельштама никогда не встречаются в одном стихотворении слова «мясо» и «молоко». Они встречаются только порознь. И точно так же у Мандельштама ни в стихах, ни в прозе нет ни одного упоминания свиньи. Причем это значимо, так сказать, это как бы, ну, нет и нет, да, но дело в том, что его нет там, где речь идет о свинье. Я имею в виду, когда Мандельштам говорит о неблагодарности к предшествующим поколениям поэтов, он говорит: «Зачем дуб, когда есть желуди?» То есть это опять-таки вот эта неназванная свинья, как бы изгнанная из текста. Ну вот, можно ли это считать
этнографическим подтекстом, я сам не знаю. Спасибо. Спасибо большое. Но вопрос такой, может ли быть сюжет, который есть, может ли он быть вне словесного? То, что вообще говоря, сюжет может быть изложен без слов, это, мне кажется, достаточно очевидно. А вы знаете, отсылаю вас к статье Романовича как «Место лингвистики среди других наук», как-то так она называлась, это его доклад на Бухарестском съезде. Он говорит о том, что язык остается базовым, так сказать, базовой семиотической системой и ссылается на, так сказать, такой возможный контраргумент, что есть целый ряд ситуаций, где язык табуирован, но эти ситуации невозможны вне существующего вокруг языкового контекста. Да, то есть, так сказать, там, где мы... Вполне можно себе представить, что, скажем, сюжет, выраженный в ритуале или в драме, в пантомиме, что он так и передается, не вербализуясь нигде. Ну, в конце концов, можно же забуировать имя Бога? И, так сказать, оно от этого не пропадает. Мы знаем, какое имя мы табуируем.